11 мая, посадка картофеля в нашем хозяйстве. Рабочим и пайщикам. Охуительный трактор. Трактор личный, Максимов. За рулем его отец, так как у Максима больная рука. Ну и картофельный сажок тоже их не личный. Да, вот он. Один, да? Да. Ну то, где клюев там, в конце поставишь. Один пара клюевский будет такая. Вот клюев. Ну да. Ты кувалды его забей, ну. Пойдем, вот с картошкой. Вот с картошкой, пойдем. Пойдем, покажу, как это делается. Ты нам уже пособие целое по закуске и спиртных нафиг. Значит, козье молоко ты нам показывал, как запивать. Теперь закусываем сырой картошкой. Это по сути тут создаем. Да? Он ее лижет? А я думал, он ее один раз лизнул и все. Одну конфетку напутал. А что, надо, наверное, это, машину подгонять мне. Димка, будет сажать? Да будет вроде. Только он, блядь, сам там, блядь, сидит, а мы... А сейчас ехать ему нахуй грузим. Ага. Так. Гребцем припахали. Че, да он сам залез в телегу. Бери их с мешка Хэ. Че, даже мы, не мытый будешь закусывать, да? Ну чистый. Да вон об штаны. Да. Земля родная, как родная. А мать. Там ножик есть, слышь, кстати. Лёш. О, я уже закусываю. Угу. Так. Там ножик вот спереди лежит. Ну, мы грабы. Слышь, пил привез, пойдем пью. Посевную, посевную надо да, это. Зерном. Зерном как надо зажевать. Горстью. Травленый этой, хуячил. А. Сурепку, блядь. Подъезжать не, да? Че, она трактор развернется, че? Куда ей? Ага. Чем по нам соскучился? Здорово, дядь Сань. Здорово. Че там? Насморк у меня, все. Че, Петрович, Иванович приехал? Сейчас начнем пить. Подкову, слышь? Положи это на счастье, блядь, за пазуху таскал. В карман положи тогда, чтобы счастье было. Да уже ложи его за пазуху. Ходил с ним? Вот на веревке на шее. А что насчет Димка узнавать-то? Сам лично начальник ездит, значит Димка, блядь, договаривается. Блядь. Спина болит, как по два мешка таскали. То есть не только спина болит, как по два мешка таскали. Да, два мешка. Иванович помогать приехал, Антон Андреевич, он знает, что у него спина болит? Он тоже сопли. Иванович простыл. Заразили его. Телеги еще. Да нет, не будете после. Сейчас вам в Линк еще ехать взять на картошке. Сейчас дойдет очередь.
а подъезжать надо. Здесь две грядки его, две грядки мои, все. Поделись, Игорек, шутку юмора, анекдотом. Не знаю. Давай, ты помнишь, вспоминай анекдот. Вань, я медведь поймал, потащи его сюда, он меня не пушает. Блять, пол огород, придется ячменем засеивать. Зря ты горят сел. Ну да, Рохин стоит с ячменем. Пусть. Я вчера ведер 15. Да? Высыпал? Ебал. Так. Там наш лес. Че, рыбу кормит, да, Серег? Санек? Санек греет. Блять, я терпел выжить, ебаный вариант. Че, надо в ролик, наверное, да? Уходи ты. Хорошо сидим. Да дрожь не позволяешь. Да хуй ее знает. Да давай, че уж, блядь. Да можно, малей. Вспомним старое. Сухом сейчас полирнем клетки. Пока там дороги. Итак, друзья, время в пределах первого часа, наверное, дня, около 12. Управились мы где-то до 7 с посадкой картошки, как я и думал. Сажало народу мало, фактически сажали наши рабочие, пачков мало уже, все не хотят сажать картошку. В деревне уже картошка никому не нужна, уже все обленились, скотин держит мало, кто, блин, так что... Посадили картошку, считай, 2 часа, обмывали это дело. Я был за шофера, всех развозил, блин, потом. Ну, ладно, все нормально, это, в принципе, обычное дело. День считается полурабочий. В принципе, явка обязательна, в плане того, что мешки грузить и таскать все должны. Потому что не только рабочие, которые сажают картошку, но и которые не сажают, обязаны присутствовать, в плане того, что картошка пальчиков должна быть посажена. Сейчас, в принципе, стало попроще. Раньше ездили еще по деревням, сажали картошку. Сейчас вроде она нафиг никому не нужна стала. Я сажал картошку, в принципе, но сажал не себе, а матери жены, своей тёще. Я сажал картошку. Моя картошка растет у меня за домом. На 400, в принципе, вполне нам хватает на семью. Вот такой вот был день сегодня, друзья. Подписывайтесь на канал, смотрите видео. С вами был канал Будни Тракториста. Ставьте лайки, делитесь видео. Всем пока и до завтра. Кстати, по скрипту. Начался дождик и достаточно хороший. Прошел. Так что все отлично. Все, до завтра.